Привет! Меня зовут Вера, и это долгожданный рум-тур, или тур по моей комнате в США. Поехали! Да? Я ждала газа. А, ты снимаешь? Как только вы заходите в мою комнату, вы сначала видите кровать и эту декорацию, которую сделала Тася, моя младшая сестра, потому что я своими руками ничего делать не могу. Тут находятся подушки из Икеи, а потом, если мы их подвинем. И вот коробка со всем моим макияжем. Макияж, который я использую, находится вот тут, и то я использую процент на 3. Если мы проходим дальше, мы видим. Вы видите. Даша, вы видите, ну-ну. Вот тут находится мой пианино, рядом с кроватью. Здесь находятся книги для пианино. А это мне на день рождения подарила моя старшая сестра. И тут написано room tour, потому что я что сегодня снимаю? Тут газета. Это я использую как декорацию. Я получила ее в фастфуд в ресторане. Или как это называется? Ресторан. Нет, в ресторане. Ты че? Ресторан. Тась, так никто не говорит. Я знаю больше русского, чем ты, окей? Здесь находится мой торшер. А здесь моя карта желаний 2018 года. Тут все мои желания. Я могу об этом сделать отдельное видео в конце 2018 года. Здесь у меня самые, как сказать, русский один, я не знаю. Здесь, короче, фотографии, всякие воспоминания. Это когда я поехала в парк аттракционов со своей школой. Это я получила в конце года за хорошие оценки. Это я получила в фастфуд-ресторане. Ну вот, это фотография с моими сестрами. И это фотография с Сашей, моей сестрой. И это фотография с моей подругой, с которой я ходила на танец школьный. Здесь находятся мои школьные книги, моя укулеле, на которой я не играла 100 лет, но... Что? Здесь мои школьные книги, эти две математики, которые я пока еще не выбросила. Это книга по английскому, которую мы никогда не использовали вообще. А здесь просто как дивайдер и органайзер со всеми школьными вещами, потом просто обычной бумагой, и это непонятные рандомные вещи. Класс. На этот угол прекрасно светит свет. И это моя тетрадка по музыке, по колледж-курсу, который я беру. Вау, я знаю. Это тетрадка там, где мой контент-план и все такое. Потом за компьютером. О, ну секрет есть. Я, короче, не знала для этого рум-тура, куда поставить картину, поэтому я могу просто тут положить. Поставить. Я хотела повесить, но... Здесь находится мой стеллаж, на нем 4 полки. Это первая полка со всеми книгами, которые я практически не читаю, но надо. Тут еще есть наушники, зажигалка, плеер, капли для глаз обязательно. Я всегда глаза устают, когда монтирую. Я хотела эти все книги прочитать до лета, но в итоге, мне кажется, я их прочитаю до июля следующего года. Это просто вся канцелярия, то есть краски, которые мне надо использовать было для проекта, тетради, неиспользованные ручки, клей, полка ниже. Это все вещи по музыке. И это последняя полка. И тут просто вещи для моего телефона, всякие чехлы. Здесь есть рандом капли для носа, если у меня заложится. И тут всякие как воспоминания, дневники. Потом тут есть yearbook, это как книга школьного года. Как вы уже знаете, нет, вы не знаете. Это мой любимый угол, пианино рабочий стол. Это занимает 50% моей комнаты. 75. 75, моя комната очень маленькая. Но мне нравится. Так вот, там помещается один человек. Поэтому, всем, до свидания. Вот мой рабочий стол. Тут есть мой компьютер, мой канал. Подписывайтесь. Тут у меня находятся карточки. Одна. Карточки. На которых есть мое видео, все такое. Здесь наушники. Они недавно сломались. Недавно. Но они до сих пор работают, и у меня просто как все видео в программе, в которой я монтирую видео, они как поднастроены под эти наушники, поэтому... И их так починила. И тут также находится микрофон, который мне подарили родители на мой день рождения. Помимо этой криповой маски, тут находится на моем подоконнике всякие декорации. Это мне подарила подруга моей сестры, прежде чем как мы уехали в Америку. Уехали. На машине. Это мне привезла моя старшая сестра из Мексики, когда она ездила с моим племянником. Это мне моя бабушка привезла из Санкт-Петербурга, это где я родилась и жила 9 лет своей жизни. И это мне подарила моя подружка на мой день рождения. Это просто мне напоминает приятные воспоминания и смех с друзьями. Здесь находится мой рюкзак из летней школы, там практически ничего нет, потому что у меня только один класс. Сейчас я вам покажу, что в коробке. Это достаточно большой контейнер. Здесь находится все
все вещи для камеры и видео, помимо света и большой штатив, который я использую. Тут есть объектив такой. Смотрите сейчас. Он приближает очень близко, я его практически не использую. Есть зарядка, штатив для блогов. Я себе еще очень часто делаю заметки, допустим, здесь, здесь, и здесь. Их очень много, они везде. Здесь находится мой свет и штатив, все такое. Спасибо большое за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось и вы хотите видеть больше моего контента, ставьте палец вверх этому видео и подписывайтесь на мой канал. Увидимся в ближнем будущем.